начала спор вообще с детского возраста. У нас была Тверская губерния, Великолукская, потом Тверская. Директор был 3F, Филипп Филиппович, любил спорт. Ну, в общем, в школе я имела первый разряд по конькам, по велосипеду, по лыжам, по стрельбе из трех положений, да, танцами занимались. В общем, то было время, знаете, соревновались у нас две школы, первая и вторая. Я училась во второй, она называлась «Соединенные Штаты», потому что там были в основном городские, а у нас были городские из близлежащих деревень и поселков. Это Западная Двина, маленький город, когда единственная железная дорога единственно пересекает реку Западная Двина. Там Даугавпилс, у нас Западная Двина. Но дальше идет железная дорога вдоль реки. И вот мы там занимались всеми видами спорта. Учились и водить машину, и так далее, и так далее. То есть я уже в 61-м году участвовала в спартакиаде народов РСФСР. По своей группе очень... Я бежала уже за женщин, потому что там заболели. Пробежала очень хорошо и выполнила первый разряд. Ну, а потом, после окончания, я росла без родителей. У меня родители погибли, мама умерла, когда мне было 5 лет. Я приехала в Москву, здесь я велосипедом занималась, лыжами, легкой атлетикой, и вот Андрей скажет, и марафон, в общем, начала бегать. Потом на чемпионате России я получила травму позвоночника, я перепрыгнула через девочку, она упала, там был лед, жесткое приземление, и через месяц у меня отнялась нога. Вот. Но ничего, я лечили со мной, занимались, я научилась ходить, потом стала бегать. И врачи сказали, всю жизнь надо двигаться. Первый марафон ногами 42 километра я пробежала в 88-м году. Вот считайте, сейчас более 150, после 150 я перестала... 44 года было, получается. Да, да, первый марафон. Я пробежала за 3 часа 56 минут. Это через месяц после выхода из больницы. Вот. Потом я бегала в виде эстафеты, мы бегали 10 лет, в честь десятилетия дружбы России с Казахстаном до Алматы. Потом бегали в Африку с Красной площади в сторону Йоханнесбурга. Но там получилась война, началась в Судане, между Южным и Северным Суданом. И вообще нас сбросили все, я извиняюсь, и отец Алексей, и Путин тогда был. И... По Первому каналу телевидения сказали, группа 15 человек потерялась в Африке. Представляете, по какому родственнику, друзей была ситуация. Но была такая Гордина, депутат Госдумы, она связалась с турецкими журналистами, с Египтом. В общем, нас оттуда вывезли. И зять Ельцина нам бесплатные нашел нас на вокзале в Хургаде, поселили в 5-звездный отель, а то, что мы были голодные, у нас на... Двое суток, можно сказать, была одна банка, одна бутылка воды и лепешка. То есть вот. Но у нас мужчины, я извиняюсь, сразу начали есть в 5-звездном отеле. Им плохо стало, потому что я когда брюки одела, они мне вообще спадали. Я пришла в администрацию отеля, говорю, дайте какую-нибудь веревку. Но все-таки в Москве уже холодно, в конец сентября. Ну вот такие. То, что мы живыми вернулись, это чудо, я считаю. Я считаю, с Божьей помощью. То есть вот как-то простые люди все помогали, а то, что вот такая ситуация, конечно, с некоторыми я бы не побежала больше, как говорится, познается. Я не буду называть фамилии, но когда один человек в Судане своровал коробку с макаронами, и когда я это узнала, я просто сказала, я просто этого человека, вот для меня его нет. Они бедные люди, очень бедные. Очень бедная страна, там воюет с этими. Нам сказали одеть все футболки этих три тощих бегуна. И когда увидят нас, стреляют в воздух, тут, то ли от крокодилов прятаться, то ли от змей, то ли от этого. Ну, пережили много, ребята. И обычаи там надо знать. И то, что, допустим, женщины вошли, мы мылись там в залив от Нила, а там маленькие крокодильчики плавают. Одна, ой, слушай, тот ущипит. Я говорю, посмотрите, вокруг крокодилы. И она, представляете, она выскакивает из этого заливчика, а там арабы в белом, туда-сюда. Как они увидели, арабы исчезли вообще в мгновение. Ну, там же, ну как, женщина голая выходит. Ну, а где мыться, где что там? Ну, много было. Ну, а потом вот я лыжами всю жизнь занималась. У нас лыжи такой, мы в школу на лыжах, и школы на лыжах, и соревновались.
все. Ну, вот я приехала в Москву, за «Спартак» выступала, вообще болею за «Спартак», я уважаю другие все команды, но «Спартак» – это святое. Старшинов, майоры и так далее, футболисты, Николай Петрович Старостин, это очень хорошо, я их знала. Знаете, тут такая вещь. И получилось так, когда... Ну, ладно, летом... Вы все время спортом занимаетесь? Вас... Ну, я закончила Бауманский с отличием. Да, технарь. Я была невыездная. Меня близко не подпускали границы. Не дай бог куда-то пойти в ресторан, кафе в советское время, что потом приходит бумага на тебя, что-то там было, неприятности. Да, ребята, это было то. Если я имела первую форму, это вообще вторая форма. А первое все. Но когда пришел Ельцин, получилось так, я работала на предприятии уже НПО «Машиностроение» в Челомея. И там, значит, пригласили меня на соревнования в Эстонию. Я ездила туда спокойно, всю жизнь с детского возраста там, полно друзей. Отношения ко мне нормальные. Я считаю, власти – это власти, а люди все нормально относятся. Понимаете, у нас, может быть, даже больше хуже, когда тебе посылают, то все это. Я скажу, что в любой стране, как вы ведете, так вам такое отношение. Ну, я могу сказать, вся Европа, Япония, Австралия, Канада, Америка. Единственное, в Южной Америке не было. Мечта пробежать марафон на огненной земле. Ну, бывает, ну, мечта, ну, что вот. Может быть, может быть. Туда, это, конечно, дорога дороже стоит. Потому что так сказали, когда мы, говорит, вам все бесплатно, стартовый взнос, там отель, все бесплатно. Я говорю, давай, до вас еще не дойдешь туда. Вот. И я решила, думаю, вот буду марафон лыжный. Купила паспорт, как Эстония вошла. У меня паспорт, первый паспорт 13-0001. Это первый паспорт, когда Эстония вошла в этот World Lopet. Я вам принесла так. Вот такие паспорта. Это покупается 3 евро. 30 евро. Значит, когда вы покупаете паспорт, вот вам дается такая маленькая. У вас заполняется все, все-все данные. И сразу же вносит вас в компьютер. То есть в эту организацию. Здесь в каждом паспорте все ваши данные. Это можно купить и в России, этот паспорт. Вот, я покупала в Эстонии. Тогда в России, понимаете, как-то так... Одна цена, а в России у нас другая была. Это марафоны России. Марафоны России. Вот. И вот здесь вот, когда вы откроете дальше, вот ваши. Начинается с Австралии. Австралия. Ну, сейчас новые паспорта, там уже будет Новая Зеландия. Будет Аргентина, Китай, Исландия. Это уже новые. Здесь вот Чехия. Вот я пробежала в Чехии, да? Здесь ставится время, место занимаемое, там число, дата. Когда вы сдаете, вот заполнили 10 марафонов, из них один обязательно за океаном. Это значит Новая Зеландия, Австралия, Япония, Канада, Америка. И сейчас, по-моему, Китай, потому что действительно очень дорого. И сейчас Аргентина. Исландия как Европа подошла, как будто вы в Европе бегаете. Это не считается за морем. Но один из дистанций из 10 обязательно за океаном или за морем. Кроме того, два паспорта, то есть две медали. Если вы пробежали из всех дистанций, ну, допустим, самая большая дистанция 90 километров, королевский марафон, это Ваза Лопет. Я бежала 5 раз. Шестой ИП-старт, это свободный. Старт с 7 утра до 9:30. Вы можете прийти в любое время и пошли. Вот. Но классический марафон обязательно смотрит, какое вы место. Если вы первый раз, то вы попадаете в морожку. Если у вас никаких там, что вы не мастер, там, не чемпион, не в сборную, допустим, России, то попадаете в морожку. Это старшие коридоры, там, группы с 9 и так далее. Где-то в районе всегда 20 тысяч они все равно набирают. На данное время вот стартовый взнос в этом году, по-моему, был от 16 тысяч. Старт был, по-моему, 8 или 10 секунд был только старт, заявка. То есть это в основном распределяется через спортивные организации марафонов, марафонские. Часть им относится, часть, которые бежали, они уже имеют. Если ты там бежал марафон, я, допустим, бежала марафон, всех друзей заявила сразу же после марафона. Это тоже можно заявить, это дешевле. Можно
Если вы купите номер в Италии, вы не перерегистрируетесь. Вы купили, побежите под тем, той фамилией, кого купили. Здесь на Вазалопот перерегистрироваться можно. Но это порядка где-то 100 евро, 150 еще дополнительно. Но марафон, конечно, очень красивый. Первый подъем 5 километров, там 3,5, там 1,5. Вот, но тут ввиду того, что вы стартуете, если далеко, то вы все медленно друг за другом. Самое страшное – это попасть в группу с сеньорами. А сеньоры – это те, которые пробежали 30 раз этот марафон. Они сеньоры. Они так идут спокойно, их трудно обогнать. Еще такое, во всех странах мира, во всех марафонах крайняя правая лыжня не занимает, не просится. Это идут слабейшие. Крайняя правая, крайняя левая не занимать, если ты не соответствуешь, если тебе просят. Это вот. Матом даже стали в Финляндии, в Швеции писать на русском языке, пожалуйста, не ругайтесь матом, не кричите, не орите и так далее. Потому что действительно стыдно. Вот. Ну вот эти, значит, золотая медаль. Со стартов в Швейцарии классических порядка 29, а свободного стиля, ну, может быть, 60, 80, 90, 100 лыжней. Я уже думал, не Прага, а Чехия, он не в Праге находится, да? Да. То есть идея в чем? Что у тебя сначала паспорт пустой. Да, а потом ты штамп получаешь. Регистрируя гонки, ты получаешь здесь штампик. Штампик. Это флаг страна. Да, да, да. Вот, паспорт – это бланк. Вот такая золотая медаль. Это за 10 больших марафонов. Что такое по весу, можете посмотреть. 10-90, да? Нет. Вазалопот – 90. В Италии – 70. Это в Финляндии – 60. И иногда 50, в зависимости от снега. В Эстонии – 63. В Швейцарии – 42. В Австралии – 42. В Японии – 50. То есть зависит каждая как страна. История? То есть Вазалопот была первая, и потом уже пошла? Нет. Но, понимаете, Вазалопот как бы началась первая. Но вот этот паспорт Вазалопот придумал Райхель. И это два человека – Германия и Швеция. Вот книги вот здесь вот. Вот, ну, это может тоже посмотреть. Это тоже тяжелое. Это за 10 марафонов хотя бы один марафон короткий. Вот такая книга была выпущена, написала эту книгу совместно со всеми председателями этой организации, ЭП Эстонка. Вот. В этой книге, как говорится, посчастливилось мне быть, когда меня обозвали «железные леди» Карадини. Вот это, видите, если посмотреть, олимпийские чемпионы. Это книга, да? Приятно такой. Это вот организаторы, которые организовали. Вот сама ЭП Эстонка. Вы к ней поедете на марафон, она всегда обслуживает марафоны везде. Она написала историю Тартовского марафона. Вот это Райхель, это сейчас вместо него, ну, уже в возрасте, президентом Кёниг Людвиг Лауф марафон, который проводится в Обермаргау. В 50 километрах самый красивый белый замок находится от Обермаргау. 500 метров до этого замка только пешком. Изумительной красоты, все там, все туда. Вот. Ну, здесь организаторы. В этой книге история Вазалопот 30 лет. Вот тут я имею честь тоже. Внизу я была пятикратно. Это здесь. Вот такие марафоны. Это вот Ханес, этот француз, он уже 22-кратный, ему где-то под 80, но у него свое шале, своя фирма. Были бы такие деньги, конечно. Вот. Кроме того, допустим, в этой же истории, в этой книге, кто сколько марафонов, кто пробежал. И каждый раз вот печатается в журнале Вазалопот, в котором я, вот, допустим, последний в этом году, в 2015 году получила этого мастера. Вот медаль, кстати, серебряная медаль. Есть серия Вазалопот. Вазалопот, только Вазалопот. Это марафон. Россия вошла 4 года назад. Деминский марафон. Я в этом году туда еду. Первый российский, потому что когда первый раз мне пригласили, и это самое, дали первый номер, снега не было. Ну, так вот получилось. Там 2 или 3 года назад было, и поэтому вот такая вещь, что ну что делать, не было снега. Вот. В общем, покупаешь паспорт, да. Дальше начинаешь его заполнять финишами марафона. Вы... Заполнив 10,
Один из которых, как сказал, за, может быть, за океаном. Обязательно за океаном. А вот ты становишься, ну, получаешь титул World Water Master. То есть как минимум 10 марафонов сделал. А таких людей, ну, вот я записал пост в Фейсбуке, я писал у них на сайте, их книги. 4000 там с лишним, да. Достаточно много, да. То есть и среди наших даже лекторов, да. То есть, здесь бывало есть. Например, Сергей Медведев, который разбирал программу «Дождей» и преподает вышки, он тоже World Water Master. Да, да. Ну, просто зависит, некоторые проехали по одному, то есть, ой, там далее. Конечно, тут, знаете, во-первых, надо как-то время подгадать. Люди, многие работают, это там раз. Потом, знаете, надо посмотреть, вот организация, нет проблем с жильем. Во-первых, вы когда первый раз поедете, вы же там присылает вам кто-то. Например, я в Исландию еду первый раз. Я им послала, что я веду, то машины нет. Я прилетаю самолетом в этот маленький, какой там город, это поселок. Прилетаю в 7:20. Самолет, который машет крыльями из Рейкьявика. Вот, прошу, пожалуйста, мне встретить и так, чтобы этот отель или хостель или что-то был недалеко. Чтобы это было удобно. Организаторы всегда идут навстречу. Я когда первый раз в Австралию прилетела, мне сразу сказали, что у вас отель будет за 50%, ввиду того, что вот вы такой-то уважаемый человек из России. Отношения очень хорошие вообще-то. В японцев, когда я первый раз приехала, и второй, мне была женщина, японка, которая с немецкого на японский. То есть проблем таких нет. Конечно, вот когда пункт питания, я просила воду, там начали обслуживать в основном там военные. На трассе в Саппоро, правильно. Там в этот момент проходит великолепный праздник ледяных и снежных фигур. Примерно 1,5 километра длиной. На станции в Саппоро я посчитала 210 снеговиков, таких маленьких, и один, ни один не повторился. У них идет соревнование между своими, как это, не, област, не районами, у них это по-другому, префектурами. Вот. И каждый там трехэтажного здания там, ну, если у меня целый альбом всех фотографий. И главное дело то, что все, вот, японцы очень любят порядок. Вот группа приезжает, флажок впереди, они сразу все ту-ту-ту-ту-ту, выстроились и пошли от одного к другому. Ставят везде штампы, там получают какой-то сувенир. Это так вы видите в аэропорту, все с флажком, если какая-то группа. Вот, да, в Японии, если поедете, если вас спросят, там леди проблем или сэр проблем, вы думаете любую проблему, иначе вы обидите японцев. И вот я узнала в самолете, летела с русской женщиной, она замужем за англичанином, а тот работает в Японии. Говорит, вот. Ну и был такой случай, я заблудилась. Останавливается шикарнейшая машина, такой красавец выходит, леди проблем, я говорю, no. Он подошел к машине, так прислонился, так как будто у меня сейчас отберу машину. Я говорю, проблем. Он, о! Я говорю, отель Вашингтон Айнс, по-немецки написала там по-английски, что... О, ну, оказывается, я в 20 километрах отказалась от этого отеля. Он мне привез в отель. Он начал, администратор, он мне всегда дает. А нет, да-да-да-да-да. Я уже на второй день тоже так клонилась. Вот. Я, конечно, всегда еду с сувенирами, особенно когда первый раз в эту страну, в своем городе везу книги организаторам. Потому что, знаете, когда вот милость сувенира, они вот такие довольны, что вот. И вот такая вещь. Ну и потом тоже вот я потерялась, думаю, ну вечер, миллионный город, небоскребы эти. Я стою, думаю, где мой этот отель? Там два отеля, Вашингтонов два. Полицейские стоят, они каждые полчаса меняются, холодно. Подхожу, говорю, леди, проблем. Он момент позвонил кому-то, ту-ту-ту, прибегает другой полицейский. Они, вот, а это интересно, знаете, а у него такие раз, он отключил это, мол, пойдемте. Также приходим, значит, он мне сдает администратору, только администратору, что вот я жива, там, то все то это. Оказывается, я рядом была. Ну, такие. Очень там, понимаете, какая, два аэропорт там, он ночью там не летает самолеты. Где-то с 7 утра и до 9 вечера. Все, аэропорт закрывается. И получилось так, что я приезжаю, думаю, ну, я приеду в самолет, последний самолет мне рано утром улетает, а как раз приезжаю, ничего в аэропорт не идет. И я стою на такси, говорю, я из России, у меня денег таких нет. И такой японец, я вас довезу в аэропорт. А, думаю, ладно, пускай везет. Я говорю, ну, у меня денег нет, без проблем.
Гоночная машина, полугоночная, с ревом. Лыжи, все разместил он, все. Подъезжаем к аэропорту, он там то ли рабочий. Все, встречает какой-то, все с золотыми, у них всякие дипозументы, это у них японцы все. Он, ой-ой-ой-ой-ой, такой момент, я отдаю медали, что мне золотая медаль, что мне финишная медаль, что вот билет у меня обратно. Он тут все в компьютер набрал, да. Подвезли другую машину, посадили меня, привезли в вокзал, аэропорт. Там встретил этот самый лейтенант, то ли что там. Я говорю, да. Потом он так набирает японский русский. Леди, это душ? Душ. Все, там все бумажное. Это самое, где полотенце, ну это в сервис все. И потом смотрю, там то ли русский, то ли, оказывается, латыши команда. Он говорит, во сколько вас разбудить? Я говорю, в 7. Все, он выключил свет, я сходила в душ, легла. Вы будете кушать? Я говорю, да, перекушу. Вот есть кофе, там то. Понимаете, без проблем, офицер. И ровно в 7 он меня, леди. Ну, я за то, что в аэропорт, с одного аэропорта каталась в другой. На магнитной подушке такие выходят вагончики. Я там все посмотрела, все увидела, все. Ну, знаете, очень интересно. Запаковали мои вещи. Там большие такие мешки, все, знаете, не знаю, все, вот очень хорошо. Самое главное, что марафоны, ребята, я так скажу, не бойтесь их, начинайте спокойно. Спокойно, не толкайтесь, ничего. Самое страшное наших вот мужчин на дистанции попадается там. Вот 2 года назад у меня на спуске в Польше, когда завал, если поднятые руки, это значит там что-то, притормозите. Потому что жизнь дается один раз, можно, понимаете? Ну, в этот момент, когда смотрю руки, я поднимаю, вдруг страшный удар мне позвоночник. Я падаю, всем поворот, так подняла голову, 2-метрового роста, надо оглядываться. Ну, потом ребята, честно говоря, другие, которые вот это узнали, что так, они там ее вот честно отлупили, наши же. Говорит, ты кого видишь? Ты же видишь, руки поднимаешь. Я не знал, потому что поворотом лед... И там действительно вот так рукается. В Италии на опасных спусках стоят карабинеры. Они вас не выпустят, пока не увидят, что там вот свободная трасса. Вот. В общем, у меня был палец этот, вообще не 3 месяца разрабатывала. Рука вся синяя, нога синяя, распухла нога. Я пришла к врачам, они, так это. Вот. Я приехала в Швейцарию. Пришла к эту фирму, которая спонсоры там у нас, они мне за 3 дня вот эту руку, она мне, я единственное, что с ногой, когда подошла к первому подъему, я извинилась по-немецки, сказала, извините, у меня травма, этот палец не сгибается, рука, то есть я как бы привязала палку, лыжи я могла снять это левой рукой, я поднялась перед, на подъем в Санкт-Мориц, на спуске я аккуратно прошла, и, конечно, с этой рукой я шла, мне было действительно тяжело, но, в общем, было, да, 42 километра. Ну, за 3 часа 45 минут, но я... А? Нет, ну, палка так была привязана, но с одной в основном-то почти без палок. Но там свободный стиль, поэтому... Ну, первый подъем, там 4 ручья, это в Санкт-Мориц. Потом все время идешь до 19 километра, тоже подъем пошел там несколько километров. Потом самое страшное, там спуск на 20-м километре перед... Там, ну, там вот такими матрасами обвязывают деревья. Но обычно... В общем, я потом смотрела по телевизору, один мужчина 6 раз упал. Только подумается, бамс, кто-то в него врежется. Ну, надо посмотреть так, когда забираешь... Там зрителей полно. Стоят 3 сетки, чтобы вы далеко не улетели. Снегом там... Дорога для поездов, все перекрывается снегом, все засыпается, то есть проблем нет. Но самое страшное, вот попасть в эту колею там и так далее. Я смотрю, там в этой колее валяется, я раз в сторону, я говорю, ах, то он так, внимание, сразу раз расступается, о, супер право. И я рядом с этой лыжней, а там ретракт как прошел, он там гусеницей, думаю, все, конец мне. Ничего, потом попала на лыжню, и опять вниз бросок, но там уже... как говорится, пункту питания, тут как бы главное дело вот это пройти, чтобы тебя не сбили. Главное дело, надо успеть посмотреть, чтобы сзади ты никому не мешал, и чтобы тебе сбоку так, чтобы... А некоторые стараются по прямой. По прямой там деревья стоят, но матрасами этими обмёрнуты, но ведь знаете как... Можно, но надо, знаете, надо все аккуратно. Можно все. Но когда вы аккуратно к этому относитесь, уже...
Вот, ну, красивый марафон в Швейцарии. На высоте, старт 1800, по-моему, 69 или 70 километров, это самое, метров, и финиш на 1600. Вот, и как бы идешь по озеру до 12,5 километров, до Санкт-Мориц, это я называю деревню миллиардеров. Потому что там ходишь, там смотришь, я помню, когда из Австралии возвращалась, сейчас из Дубай, сидела Матрона, на ней так рука лежала, вот эта рука, здесь только одни глаза закрыты. Но когда я глянула на эти часы, они стоили 550 тысяч франков в Швейцарии. Я эти часы узнала, не думаю, чтобы она... Но у нее на каждом тут еще, наверное, вот. И она так сидела спокойно. Вот. Вот в Японию там, во-первых, когда полетите и поедете, нельзя с собой вроде брать продукты. Но на все говорит, что не спрашивают, говорите «ноу», 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 «нет», 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 «нет». Вот. В Австралии у меня было яблоко. У нас в Дубае мы сели в самолет, и нам сказали, пожалуйста, покиньте самолет, там какие-то проблемы. Тут же для нас в 5 утра открыли ресторан. Если будете в Дубае находиться с пересадкой более 2 часов, значит, есть рестораны, которые на ваш билет, вы как ходите туда, все бесплатно. Кушайте все, что угодно, ставится на билет просто штамп, что вы победили. Потому что я посмотрела, наши сидят русские мужчины, потому что я говорю, русские, да. Ну, потому что заметно, что в сухомятку с хлебом какой-то бутерброд. Я говорю, что, да вот мы моряками там подрабатывали где-то в Средней Азии, там где-то. Я говорю, ребята, у вас через 4 часа самолет. Я говорю, ребята, вот поднимите глаза. Сходите, а вещи, здесь вещи ваши не тронут. Ну, хотите, я посижу. Они пришли, ой, говорит, так наелись. Все, ну, бесплатно, даже можно вино там взять. Но у меня оказалось одно яблоко, и там в Австралии, говорит, яблоко, Эфель, но. И это яблоко тоже бросил. А вы, наверное, в одиночку ездите? Да, да, да. Понимаете, я могу так сказать, когда едешь через... привязана особенно наша вот эта федерация, там Легизо возит, потом черненькая, Легизо не ездит, вот, и ребята приезжают и смотрят, куда там вот, в Австрии. Ой, я 50 на такси приработаю, куда мне в этот отель? Я говорю, слушай, здесь такси максимум 10 евро. Вот. Я говорю, какой? Он говорит, да мне вот сказали, только мне ждут завтра. Я говорю, сейчас в любой отель. Вот пешком пойдем в мой отель, там переночуешь, где я обычно. Он переночевал, и хозяин на следующий... Герман, это мой друг. Без проблем, он сам его отвез в другой отель. То есть так, отношения, знаете, вот это... Надо, во-первых, знаете, когда... Вот я иду в другую страну, которая ни разу не была. Я иду на Новый Арбат, книжный магазин, покупаю книгу об этой стране. Все-таки это надо знать, обычаи, сколько что стоит примерно, как вести себя, как спросить. А потом, когда, допустим, в Германии, я говорю, спрашиваю по-немецки, где находится дом Амер Абергау? Sagen Sie bitte richtig. Так я говорю, Амер Абергау. А я так говорю, извините, пожалуйста, по-немецки, скажите, как правильно сказать? «Р». Нельзя говорить на Баварии, как-то оно уходит. Амэ Абагао. Вот такая, ну, такие мелочи. Но я даже не знаю, о чем вам рассказать, и как-то вот. Но я так считаю. Как вы начали, да, получается? Да, с Эстонии. Потом Финляндия, 75 километров. Сейчас этой дистанции нет, потому что озера поднимаются, и дистанция изменилась. Это было последний раз, когда я пробежала 75, и последний раз было это 75 километров. Да, ну было бы, во-первых, я поехала первый раз тоже, как лыжи готовить, как что-то. Подошла к нашим мужчинам, говорит, о, без понятия, не понимаем. Жили в отеле «Лахте», все позакрывали все. Думаю, что я у них спрашиваю? Когда мне тренер сборной Союза Зоя Болотова, она, Люда, чем ты сегодня намазала лыжи? Я говорю, мне все равно лучше, у нее 85 килограмм, у меня 55. Мы становимся, я от нее уезжаю. А ну-ка, дай твои лыжи, там вообще... с планерной уехала до речки. Вот. Но она всегда, когда я говорила то-то, то-то. Я намазала лыжи. И что думаете, на 61-м километре я догоняю этих мужчин, они ползут, лыжи назад у них отдают. Я говорю, ну что, мальчики, пожалели? Вот так вот. Они приехали 40 минут спустя, после чем, когда я приехала я. Вот. Ну, это такая вещь. И пошло. Потом я сразу поехала выгодно Европу 3 марафона пробежать.
Допустим, или берешь Чехия, Австрия, Италия, там Германия, они друг за другом идут ровно через неделю. Некоторые у нас, я знаю, что ребята берут, да, через ровно через неделю эти все марафоны. Очень хороший в Австрии марафон, в четверг проводится вечерний марафон любви или что-то такое. Старт где-то после 7 вечера, при свечах, на всей дистанции свечки, свечи стоят, но обязательно еще там, вот, красивый марафон. Независимо, когда ты стартуешь, дистанция шикарная. Даже когда снегу нет внизу, у них всегда снег. Снег высотой где-то сантиметров 60. Даже в темноте, если ты становишься классикой, если коньком, вот, ну вот это свечи, большие свечи, и это по всей трассе, красивые. Горы кругом, звезды. И обязательно на финише там и шампанское, и в это там, и глинтвейны, и бутербродов полно. Потом все собираются. Там, но суп, конечно, булочки, чай, это все входит бесплатно. Стоит он 5 евро в этот марафон участие. Потом все собираются, как-то тут награждение. Там очень интересно, в том году мне вручили подарок. И там, значит, выпечка, это ну, типа, как сказать, пирога национального. Свинина натуральная, кусок так свинины с мясом запеченный, то есть не запеченный, это копчение, это холодного копчения. И там колбаски, это все вот этой местности. И это все в упаковке, красивой упаковке с бантом, все это, знаете, как преподносится. Вроде мелочь, но очень красиво. И обязательно там, ну, конечно, пиво пьют все. Тут уже пиво идет, льется горой, потому что Австрия, Германия, Чехия без пива – это не бывает. Ну и дальше вот я сразу 3 марафона, а перед этим в Финляндии 3 марафона, потом я поехала в Швецию на первые 90 километров, вот я рассказывала тут, кто был с группой, сейчас они немножко распалась, но я была как бы старшей в них, вот, и там было, ему было на 20, ну, где-то 18 лет моложе или 20, вот, но как-то, знаете, там на пунктах питания, там 11 пунктов питания, и стараться надо проехать вот эту гущу, взять на это, в конце этого питания, там питаешься вот там, и суп может там, и колбаски, и соленые огурцы, и изюм, и орехи, кто черный хлеб с солью, без соли там, вот, а на предпоследних пунктах питания уже вино подают. В Финляндии пиво. На последнем пункте питания пиво. Я всегда пью пиво. Очень красивый. Пьете пиво, спускаете спуск, подъем, спуск, подъем. А потом уже там спуск, который вылетаешь на стадион. Там надо быть аккуратно. Пиво нормально. Вы знаете, это очень... Я всегда уже как-то не... Многие же знают, там, когда ты приезжаешь не один раз. О, пиво? Да, пиво, пиво. Вот. Сейчас там... Раньше идешь в баню, там пиво, это вода, все. Сейчас уже это, ввиду того кризис, конечно, все-таки маленькая страна, теперь на финише как бы пиво не дают, и еда это уже все-таки за деньги идет. Вот. Ну, понимаете, ну, всегда найти можно какой-то выход, кто-то. Все равно это хорошее, особенно когда падает, там валяется перед этим спуск на стадион, тем более такие ворота там, трасса проходит по воротам вверху, вверху с левой стороны, если смотреть на трассу, с правой стороны памятник стоит, как бы при жизни поставили Рахимая, это приятельница Любовь Владимировны Козырев-Барановой, которая не стала в июне месяце, это мой тренер, моя тренер, потом стали приятельницы, у нас мне в июле юбилей, у нее был в августе, это единственный человек, член Золотого стола. И если Любовь Владимировна Козырева-Баранова, если вы откроете «Мадам Тиссо», там 2 человека из России и Советского Союза. Овечкин и Любовь Владимировна. Вот это значимая фигура. Если ее приглашали во все страны, то только за счет той страны, куда она приезжает. У нее всегда был открытый счет, свой переводчик, своя машина. Вот. Ну, это человек, который действительно... который был вынужден вступить в партию. Она пережила блокаду. Младший брат, он замерз, его мама вытащила, искала по всему Ленинграду, нашла в одной, как говорится, мертвого. Потом немножко такое помешательство. Любовь Владимировна вот была. Она выиграла первая чемпионка, олимпийская чемпионка в картине «Дампеца», выиграла 10 километров.
Потом она выиграла даже с гипсом на ноге, с эластичным, чемпионат мира. Маленького роста, 1,55 м, меньше, чем я. Худенькая, но очень справедливая. Ввиду того, что ее как бы вице-президентом ФИСа назначили, Советский Союз и представил условия. Вступите в партию, поедете. Сборная Советского Союза сказала, женская, мужская, мы будем вам платить ваши взносы, все, что угодно, вступайте. Принимали ее в партию в КГБ на Лубянке. Как раз тогда, по-моему, выиграл, победил, это шахматы Карпов. И она говорит, вот я поздравляю Карпов, устроили вас. А там, говорит, ниже полковника никто не сидел. Она говорит, ну задавайте вопросы. Говорит, а что задавать, мы все знаем. Вопрос она ни одного не получила, но вот было такое вот. Потом, как только что Ельцин пришел к власти, она тоже вышла из партии. Но у нее свои счеты. Потому что первым олимпийским чемпионкам, кроме медали, они жили с мужем и с ребенком в 8-метровке. Это раз. И все, что выигрыши, когда вот эта финка говорит, Люба, ты же все выиграла дистанции в Лахте, тебе полагается порядка там 12 тысяч марок. Вот. Она пошла, говорит, тут за вас уже получили. Ну, в черных плащах и в шляпах, знаете, это КГБ, которые сопровождали. Она категорически отказалась сразу, говорит, я ни на кого, никаких доносов писать не буду, кто как ведет. Это таких было мало, редко. Были случаи, когда кто-то, допустим, Иван написал на Иванова, на Сидорова, потом люди эти исчезали оба. И никто их не видел. Ну, было такое время. Вот. Ну, а дальше вот, получается, мы тогда еще тоже неграмотные были. В этом паспорте можно было одну страну, которая за рубеж. Но я получилось так, что я полетела в Канаду. Из Канады я поехала в Америку, пробежала. А потом еще и все в один паспорт. А потом все-таки думаю, ну тупые были, ну что делать? Ну вот одна страна из 10 марафонов. Но в Америке, конечно, когда еще получилось так, что когда в Канаду, мне глава города командировку дает, а у нас бухгалтер говорит, я с тебя еще проценты возьму, налог. Я пошла, посмотрела. Оказывается, если командировку дается на спортивные соревнования, администрация не имеет права с меня брать налоги. Я пошла в налоговую инспекцию. Я говорю, так и так. Начальник налоговой инспекции звонит этому нашей бухгалтеру, говорит, почитайте пункт Д, то-то, то-то. Но я пришла в администрацию, она говорит, Колобанова, я прохожу мимо. Она, Людмила Васильевна, я остановилась. Она, что вы на меня побежали жаловаться? Я говорю, не побежала, а пошла. А потом я говорю, Колобанова, Людмила Васильевна, это я. Вы что хотите, чтобы я через Атлантический океан пешком шла? Ну вот, а когда познакомилась очень с женщиной, сейчас поддерживаем, дружим, все обмениваемся. С Евой она вышла в свое время замуж за француза, уехала с ним в Канаду. Вот, я говорю, Ева, я по-английски ничего не понимаю. Она все связалась, где я буду жить, там то все. Вас встретят. Что вы думаете, в Миннеаполисе? Вот представляете, я только что вот это НПОМ-ш настроение, еще не прошло 5 лет, там 10. Стоят в аэропорту 2 офицера, все тут с наградами, с этим. И стоит, один держит фамилию Колобанова, на русском написано красную, второй держит Людмила, имя, а синим. Думаю, я попала. Думаю, все, точно, живой не вывел. Я подхожу к Колобанову. Вот никогда вот не слушайте, что говорят про американцев. Они говорят, вы летели, сейчас мы поедем в ресторан, вас накормим. Кроме того, потом зашли в магазинчик, взяли эти сэндвичи, это вам с собой. Приехали в город, где стартовые номера. Все. Теперь, говорит, мы вас повезем на место. Это за 50 миль, где я буду там вот старт, и я там буду жить. Сейчас, говорит, заедем в лес. Думаю, ничего, что мне в лесу делать? Заезжаем в лес, ребята. Сказка. Движущиеся фигуры из этих самых, из сказок. Я думаю, нас бы тоже в Подмосковье одну секунду бы не стало. Не успели еще бы повесить этих фигур и подключить это все освещение. Уже первые были уже убраны. Уже стянули. Это действительно так, что я знаю, как у нас это делалось. Тем более в то время. Он привез меня в этот дом. А там, значит, по-русски написано. Людмила, дом в твоем распоряжении, холодильник в твоем распоряжении. Мы поехали ужинать. Хожу в трехэтажный дом. Оказывается, это владельца этого Кэрин Квистер. Она бежала в свое время марафон в Мурманске, праздник Севера, и решила, что кто-то, если приедет из России, она дом приставит, и все. Вот.
И вы знаете, что вот это братство марафонцев, вы даже не представляете, вот я, она говорит, Люда, ты, ну, приехали, все обнимаемся, сын там, друг, я там, то все, то это, сидим, она, ты кушала? Я говорю, нет. Ну как я в холодильнике, в чужом, да там то-то, то-то. Ну все, сели-то. Утром мы сейчас поедем в супермаркет, что ты любишь пить? А я возьми, скажи, я действительно люблю пиво. Там еще приехали, там еще гости из Англии, там еще, там все на марафон приехали, американский. Вот. Ну, кроме того, пока они там, да, смотрю, все выходят, у каждого, наверное, по 32 банки пива. Я говорю, Карин, а что это вы пива столько? Она по-немецки хорошо говорит. Ну, ты же сказала пиво. Я домой 64 банки пива привезла потом. Вот. Перед марафоном собираемся. Я русская. Чех, который бежал, вот когда было 56-й год, бежал в Канаду, он сразу сказал, Люда, я сейчас жену наберу, скажу, что я хорошо говорю по-русски. Я говорю, она, как ее зовут? Ну, не помню уже, как назвала. Я говорю, она очень... Это он, наверное, сказал, что вы сказали, что он хорошо говорит по-русски. Вот, значит, этот... Значит, два американца, англичанин, француз и, по-моему, из Швеции. Вечером сели за стол. Свечи, как все, да? И потом она говорит, что вот сейчас каждый должен сказать... И когда мы взялись все за руки, вот это, вы знаете, какое-то вот прошло, вот, знаете, как ток. Это трудно передать. И вот я говорила на немецком, она переводила остальным, вот каждый что-то... Это вот после того, мы каждый переживали, потом вечером после гонки собрались. Я, оказывается, у них всех выиграла. Вот. И я попала в 50% вообще всех, и на следующий марафон меня американцы пригласили за 50%. Гостиница, у меня был шикарнейший номер, выход прямо в бассейн, у меня там были купальники, у меня там было все это мое. Ну, завтраки, как американцы кушают, это вообще, это обжорство. Но еще вдобавок, я пришла первый день на завтрак, и вдруг мне приносят мороженое с натуральными ягодами, а я заказала себе это самое, типа... яичницы или что-то такое там с мясом, как принесли, думаю, ну, нет, на неделю хватит точно. А когда это принес, я говорю, это не заказывала, а это с соседнего стола. Поворачиваюсь, а там это швейцарцы. Людмила, это от меня. Я говорю, ребята, вы же знаете, как я мало кушаю. Нет. Вот. А вода там чистейшая. Я еще сходила на рыбалку. Потом я умудрилась там... Американцы вообще без понятия, как мазать лыжи, как приготовить. Насыпали пирожка, то есть порошка, этим утрамбовали. Я когда глянула, я говорю, нельзя. Они для детей готовили. Я говорю, так нельзя, так не делается. Давайте делать так. А у них из Чикаго они приехали. У них 19 человек компании, или 21, ну, что-то так, с детьми все. Я все заставила лыжек, делать надо так, подсказала все. Все дети в своих возрастных группах выиграли. Я сижу, думаю, ну, ужин там за свой счет, как говорится, да? Вот, и вдруг стук в дверь. Людмила, мы вас ждем. Я говорю, ну, ты наш гаст, все. Больше машины были, куда мне нужно поехать. Меня все это самое. Какое вино? Как... Я сказала, рыбу. Приносят вот такую рыбу, судака. Еще гора картошки. Она говорит, еще пойдем брать салаты. Думаю, ну я пропала, это точно. То есть принесли эту рыбу, она вообще свисает. То есть это... она говорит, не хотите еще там что-то, омар? Я говорю, не-не-не-не-не. А когда вот первый раз, вот я это самое, это уже второй, а первый раз мы приехали, и я же все-таки золотая медаль в Канаде, две золотых, здесь, в Америке, по своей возрастной золотая. И мы, Боб, это... А? Медаль вручают, когда вы десятки делаете? Нет, это за дистанцию вручают. Вот пробежали дистанцию, награждение по возрастным группам. Да, да. У меня три золотых. Боб говорит, Люда, где твои медали? Я говорю, в доме. Он за 15 миль поехал в этот дом, принес эти медали один. А американцы с одной медали, там ходят это финишные, с бутылкой пива поют. Думаю, что там бутылка пива 330 грамм? Вот, она, Карин, что ты будешь? Я говорю, пиво. Принесли пиво. Ну, 4 бутылки. Потом, когда увидели мне 3 медали, все американцы с тобой фотографироваться. Но они же покупают еще пиво для хозяина ресторана. Это плюс. Вот, и все. Потом уже хозяин подошел, Людмила, все, за вас тут все, все вам бесплатно. Я говорю, еще пиво. Вот, то есть вот, понимаете, вот это такое вещь, там обнимаемся, то все. Я оттуда, когда летел, вот первый раз, над Атлантикой наш этот Боинг, он махал крыльями.
Эти стюарды, я летела британской компанией, вытащили все это вот стояки, это виноводочных, пива, еды, там то все. Какой там самолет, какой пристегнитесь? Там, по-моему, все пили все, что это. Мои медали ушли по всему самолету. Ну ладно, ну что, на следующий раз приеду, завоюю. Но к Хитрову они вернулись. Вот. Но, конечно, было страшно. Самолет скрипел, крылья махали. А мы тут все вот... Ну, были, знаете, вот как все родственники, 300 с лишним человек летели в этом Боинге. Когда самолет опоздал на полтора часа, и мой самолет, который должен был улететь, он улетел в Москву. Но меня представитель британской компании встретил. Вещей у меня нет, кроме моего рюкзака. Оказывается, мои вещи из Америки улетели в Чили, самолеты в Чили и так далее. Я стою и все, я говорю... Она, ой, я по-русски не понимаю, какой-то негр, пожалуйста, я буду переводить, говорить. Я говорю, моих вещей нет. Тут же сейчас все компании подключили, куда улетели мои вещи. Говорит, не волнуйтесь, вещи будут. Я говорю, пожалуйста, только их обкрутите, но у нас в аэропорту Шереметьево половина вещей моих не будет. Это действительно так было, это полно было. А как вы возите, кстати, лыжи? В чехле? В чехле. Нет, чехол. Чехол, и там я беру, допустим, вот такие уплотнители, как-то вот приезжает, какую-то аппаратуру покупайте, такие с пупырышками. Или сейчас, допустим, у меня Fisher, я купила для... Ну, у меня завьяло Саши большие скидки, я купила себе чехол на 5 пар. Но он нормальный чехол, не такой громадный, нет. На колесиках, который еще. И туда. А? Нет, половина жесткого, а половина нет. То есть вы положили свои вещи снизу сверху, но обязательно их затяните, как следует затяните, и все, без проблем. Сейчас такого нет, эти лыжи мало ломающиеся, так, ну вот. У вас сейчас просто не очень, если вот 207, например. Без, эти чехлы 210, 220, то есть это без проблем. А где в Америке территориально этот марафон? Миннеаполис. Это значит, это от Оттава, столица Канады, и я туда летела самолетом до Миннеаполиса, а потом там меня встречали. А там тоже так много участников? Да. Ну нет, не так много все-таки, конечно, зама. Но вот, знаете, в Америке меня поразило первый раз то, что когда заиграл гимн Америки, там все вроде, много же там туалетов, знаете, их сколько там, 50, 100, вошли. Но ни один человек ни из туалета не вышел. Но кто вот американцы стояли, сразу все. И все. Я так подумала, что в туалете точно. Точно так все стояли. Там, знаете, вот это у меня как-то Любовь Владимировна говорит, ну тебе только в КГБ работать. Я говорю, Любовь Владимировна, а с вами вообще в магазин нельзя ходить. Она как что-то, Людмила, приезжай, тут мебель продавали. Я говорю, ну что вы не купили? Продано. Я говорю, а я что? А ты купишь. А этот маленький Витюшка вот была. Папа, отдай, все равно выпросит. У нее цыганская кровь. Вот. Ну вот если бы Владимир, у нее вид сразу действительно БХСС. Вот. Она говорит, она тебе на КГБ. Я говорю, я все узнаю. Вы можете сказать свой распорядок дня? Как часто вы тренируетесь неделя, Вы знаете, я вот, давайте так, когда я решила пробежать первый марафон, я купила книжку, даже мне копия этой книги «42 километра» двух американских авторов. Там очень хорошо написано для нас. Это беговой марафон. Беговой марафон. Это вот я прочла, это двух авторов, он так у меня хранится. Когда лыжный марафон, я когда первый раз бежала в Эстонии, эстонец, царство ему небесное, Оскар говорит, Халтона, скажи Людмиле, тут все-таки горы, это не Москва, это 63 километра. Я думаю, я так по-эстонски хорошо понимаю, но практики, как говорить, нет. Я говорю, я побегу. Но в результате я думала, так как у нас в России вещи некуда оставить, я то, что было на мне, в том я и финишировала дело. Но приятельница, пойдем, говорит, там это самое, баня приготовлена, да, и первые эстонцы в хорошем, как гости, суп предложат. И когда мы зашли в баню, там начиная от ванна Таллин, кончая нашей водкой, там напитков, вот. И что этот ее муж, Люда, ты в чем будешь? Я говорю, мне нечего переодеть. Он мне отдал брюки, а он рост такой, может быть, даже повыше, чем Максим. Я в этих брюках завязала и до своих иду, до Халтона. Прихожу, там стоит Роза, все, еда. А они в полицию уже позвонили, где у нас Людмила пропала. Говорит, Людмила пошла в гости. Они, ну, конечно, мне высказали. Говорит, мы тебя ждем, уже волнуемся. Я сейчас стараюсь так, 2 дня кататься на лыжах,
один день отдыха. Но бывают такие мероприятия, отказать не могу. С детьми встречи, вот телевидение, когда выложили обо мне, что первая премию это по Московской области как активное долголетие, там 7 марафонов за месяц. Вот. Тут уже началось ТВЦ. Но они там неправильно выложили, 4. Ну, я уже, потом уже наше руководство города говорит, вы, ну ладно, мы уже так написали. Я говорю, хотя бы могли посоветоваться, они даже не посоветовались. Я сказала, кого если узнаю, кто это выложил обо мне информацию, это, говорит, точно ноги повыдергаю. В общем, мертвая тишина была, 3 недели. Я все пыталась, думаю, кто же это выложил обо мне? Ну, там аудиенция, то все там. Ну, сразу начался этот, среагировал Иван Ургант, что из-за Людмилы Колобановой из Реута, вероятно, повысит пенсионный возраст. Ну, 72-й год. Это раз. Первое, так, еще до этого первый канал, когда он говорит, вам 55. Я говорю, ну вы мне льстите, мне 72-й. Вот. Приехал канал ТВ-3, 360, ТВЦ. Обо мне большая передача, что-то 20 с лишним минут было в том году, да? Потом Мир канал. Потом Матч ТВ, приехали 9 человек, я говорю, ребята, да в мою квартиру не войдешь. Вот. Но они аппаратуры привезли столько там, что я думаю, куда мне приткнуться. Вот. Ну, и с детьми, и в школе там, и так далее. Как я встаю? Я... Вот сейчас идет турнир тенниса. Значит, я где-то просыпаюсь в 5, начинаю смотреть теннис. Потом могу заснуть. Вот. Иногда, когда накатаешься много, я сажусь в кресло, что-то покушаешь, что-то так раз, и заснул. Потом, значит, заснуть не можешь. Начинаю смотреть спортивные передачи, где-то что-то. Люблю снукер смотреть, теннис большой, хоккей, когда «Спартак» играет, футбол тоже, когда «Спартак» играет. Сборную смотреть нечего, они играть не умеют. Вот, волейбол. Хоккей, ну вот вы понимаете, такое ощущение, что наши проиграть Олимпиаду здесь – это позор. Это мое мнение. Потому что как играет там, а тут почему-то так. Вот это мое мнение. Если наша страна, ты же за свою страну уже действительно должен как-то... Это, хоккей люблю, когда вот были та плеяда, та были уникумы. Сейчас вот как-то они все вот... Как бы, когда все один более хорошо играют, получается как серая масса. Таких вот, как Харламов, как Старшинов, Майоровы, Александров, Локтев, таких вот личностей сейчас нету. Вратарей, как Яшин был, сейчас тоже поискать. А где вы за таких катаетесь? Вот сейчас скажу. Вот я встаю, да? Сначала я могу, ввиду трошек гипотоник, я кофе. Потом, значит, я обязательно люблю кашу. Вот овсяную. Могу с холодной водой, могу просто кипятком залить, могу в это самое с молоком. И еще с хлебом люблю. Обязательно, чтобы с черным хлебом. Ну, вот мне так вот. Люблю макароны. Чтобы их было много, жареные, с корочкой, и чтобы они плавали в масле. Люблю рыбу. Люблю ловить рыбу. Люблю, но готовить не могу, я теряю сознание рыбу. Я селедку могу разделывать нормально. Курицу не могу разделывать, я тоже теряю сознание. Аллергия у меня. Раз курицу попробовала разделать, очнулась, лежу, нос вся в крови, курица рядом валяется, я сижу на этом. Все на этом покупаю только что. Вот. Что есть, то и ем. Вот. Но, конечно, после всех марафонов обязательно пью пиво. Это... Да. Это, знаете, очень восстанавливается. Вот чувствуешь тяжесть какая-то на сердце. Особенно, когда бежишь... Да, это действительно так. Вы знаете, сколько нас народу на одном марафоне в Москве умерло? 8 человек в течение 48 часов. Как я только узнала, позвонила Льву Николаевичу Маркову, царство небесное. Я говорю, Лев Николаевич, у меня сердце болит. А у меня травма позвоночника. Я прилетела, тут все собрали, там то, все нормально. Вот. Ну, позвоночник дал. Вот потом это, ну, все-таки, знаете как, вот 10 километров я бежала, когда передо мной падает мужчина, и стоят вот эти обслуживающие военные. Я говорю, вызовите врача, нам не положено. Представляете, это вообще дикость. Вот это на московском пробеге это было. Да, это было на моих глазах. Причем очень многие падали. Потом вот эти неотложки курсировали туда-сюда. Ну, распорядок дня. Бывает так, что я засну в 9 утра, до 9 просплю. А бывает так, что вот смотрю, смотрю что-то интересное, передача, и позже. То есть вот я не, вот знаете, не знаю, наверное, Бог помогает.
Вот, или что-то как-то, ну, не знаю, вот это я так. Ну, вот, за блины меня можно купить, за оладьи, это точно. Люблю из тертого картофеля, люблю это самое, из этого делают из крахмала, это национальное. Я, у нас как бы разновидность тоже в России разные, мы скобари. Вот все, что делается из картошки, я люблю. Но картошку саму люблю, чтобы обязательно, если жарено, то с луком на сале. Вот, а тренируюсь, значит, так. У нас сейчас стало куда-то выехать биться 4 транспортами. Туда 2 транспорта. Допустим, я летом бегаю прямо из дома. Я живу в Реутово, бегу в Южное Измайлово. Там круг 6800. И там сейчас асфальтировали, потом присыпано. Все великолепно. То есть я из дома и пошла. Вот. Сначала на стадионе, как бы набирая форму после лыж, а потом уже так. Вот. И потом участвую во всех пробегах. Марафоны, полумарафоны я выбираю. Обязательно еду в Эстонию по лесу, шикарнейший пробег по лесу. Вот он недавно стал, 23 километра, 10 километров, там можно Nordic Walking и бегом. Изумительно, там по лесу, трасса, это по трассе, часть трассы Тартусского марафона, красивейший. Вот. И на финише великолепно. Через, ну, наверное, минуту уже ваши результаты. Проблем никаких нет. На всех видах этого самого. Не так, как у нас через полгода получаешь результат, что ты там то-то, то-то, то-то. Как это было раньше. Сейчас чуть получше. Цена нормальная. В Эстонии питание великолепное, дешевле. То есть это на финише вообще обязательно солянка, там, фрукты, овощи, плюшки, ну, конечно, пиво. Вот. Ну, все хорошо, вот, но я не знаю так. Ну, такой вот перед марафоном, конечно, перед любым, я или вот это мюсли всякое обязательно, да, с собой беру обязательно вот гели, но только в жидком, что их можно пить. Не густое как-то не принимает организм. В основном это цитрусовые. Вот сладкое, шоколад я не могу на дистанции, как-то не идет он у меня. Вот, вот так. Это обязательно надо. Когда идет большая дистанция, надо подкармливать себя. И вы с собой берете? Да. Подсумок? Нет, на пункте питания – да. Если я взяла гель или что-то, я обязательно запиваю водой. Если я бегу, то ввиду того, что получилось, я в свое время раз вошла в лифт, кто-то эту черемуху распылил, и я обожгла горло. А теперь все время бегаю маленький 330, очень удобно такой, это самое для питья, у меня всегда с рукой, в руке. То есть несколько глоточков, и опять-таки все нормально. Особенно в жару, конечно, надо много пить. Не... Вот у меня был один случай, когда так бегу, думаю, что это 2 мужика с одинаковыми номерами в одной одежде. Ну, вроде еще голова работает. Потом передо мной 3 огромных куска сахара. Я поняла, что я где-то вот, я не знаю, наверное, Бог помогает, что я начала отключаться. И какая-то бабушка... Ну, там, тогда было что-то 28 градусов тени в Москве, а первый пункт питания был на 9-м километре около театра эстрады, да, где-то там вот было. И также обратно. То есть это не было. Еще тогда ГТ-райд, что ли, с этими было с канадцами. Они как бы спонсировали, потом, ну, надо, чтобы вступить в эту организацию, надо платить, и наши отказались. Ну, и те от нас отказались. И бабушка: «Ой, дочка, водички не хочешь?» «О, хочу». Я несколько из чайника глотков сделала, и непроизвольно, смотрю, у меня за мной же человек 20 за этой водой. Все, второй мужчина исчез, 3 куска сахара исчезло. Когда я приехала домой, я достала кусковой сахар и с черным хлебом. Но я могу единственное сказать, что после пробегов и таких, я часа через 5, через 6 я могу, вот, хочется кушать, а так что-то не идет. Кроме вот пива выпьешь, и вроде все это легче становится, потому что пиво, что это, почитала все эти газеты, все это, оно разжижает кровь как бы. Когда вы циклически бежите марафон, как масло в деревнях сбивают? Сметаной, можно ложкой. И получаются куски масла, оно густеет, так и ваша кровь густеет. Вот это не просто так, а в свое время говорили: «О, сухой закон». Ничего подобного. Я вот сколько литературы читала, что можно выпить, что можно, даже в случае чего, что нет такого слабых напитков, можно хоть немного что-то крепкого. Поэтому это такая вещь. Ну вот, это так кажется, что, понимаете, вредно тяжело сердцу переливать эту густеющую кровь. Вы знаете, как у вас сердце после марафона, оно редко,
Вот такая вещь. Вы просто сами. Вот. А когда вы так вот, и вроде так, и мышцы расслабляются, когда мышцы расслаблены, для сердца хорошо. А когда у вас все напряжено, сами понимаете. Судороги, когда сводят. Почему судороги? Тут тоже обезвоживание. И вот я когда почитала, что у меня такие судороги после первого марафона, когда пробежала в 88 году, приехала в Реутов, и вдруг девочка и жена ведут этого мужчину. У нас тогда был переход так вот, такой, не подземный, как сейчас. Он так идет, они его ведут. Думаю, ничего себе, я еще так иду, нормально. А в следующий марафон я купила две бутылки пива, выпила, проспала до 8 утра, встала спокойно, как будто я не бежала. То есть это все в каждом учении. И главное дело впитывать надо то, что вот почитать. Читать надо обязательно, посмотреть, как что. Много всяких, вот, иногда мне пишут, как вот это, как начать. Я стараюсь отвечать. Как в лыжных, с чего начать? Я говорю, я бы всем поразилась начать с Эстонии. Великолепные отношения, великолепная трасса, обслуживание, без проблем. Меня там один раз перекормили тортом, мне было плохо. Я пришла на старт, я говорю, знаете, я хочу, приехала из России, хочу пробежать, но мне бы там, чтобы минеральную воду. Мне на каждом пункте питания встречал врач с минеральной водой. А с газом вода была? Я не помню же, с чем была минеральная. Интересно, вот во время марафона или после, или до. Ведь питание, это же играет какую большую роль. Вот съешь что-нибудь, ты уже не можешь бежать. Чувствовать. Нет, это так кажется. Нет, надо продукты, ну как что-нибудь, что вы сидите. Ну, я, например, ночью выпью растворимый кофе, какую-то марку этого кофе. Я чувствую... Нет, знаете что, я вообще растворимый кофе не пью. У меня желудок. Надо пить натуральное кофе. Натурально. Растворимый не надо, ребята. Там же это... Или вот говорит пирожок, начинается пирожок. Ну что, пирожок на дистанции? Нет, до, утром, на завтра. Нет, хорошо. Это не надо, не надо. Понимаете, надо то, что, во-первых, больше калорий и это самое. А вы еще там еще пирожок, да еще... И с этим... Я могу бежать, у меня так ничего. Зачем пирожки? Возьмите хлеб, подсушите его, или простой хлеб. С маслом можем, пожалуйста, с медом. Очень хорошо мед. Вот я, допустим, в кашу добавляю обязательно мед. Мед, можно орехи добавить, любые орехи какие там. Изюм, это очень здорово. Во-первых, это все калорийное. То есть не то, что это калорийное, как ваш пирожок, еще там, как в свое время говорили, с котятами. Вот. Или сосиска, запеченная в тесте. Знаете, потом эта сосиска вам так даст на дистанции, что мало не покажется. Вот. Я говорю всегда, почитайте. Я что-то не ответила на ваше. Как я тренируюсь? Вот в Измайлово. Приезжаю, да, мне, да, в Измайлово. Я спортклуб «Лучи», вот такую Ольгу Почуфарову, которая выиграла этап Кубка по биатлону. Вот она из этого клуба. Вчера мы с ней вот поздравляли ее. Она говорит, я во все время этой дистанции, вот этих проведений в Анхольце, я, говорит, не заснула ни на час. Потом это у нас все давит и давит. Ты должна, ты должна, ты должна. Чего ей должна? Ей 23 года, 23 года. Она была неоднократной чемпионкой мира в молодежи. А тут она стала вот как бы лидером. Это, она еще не адаптировалась к этому, к взрослым, к этим. Во-первых, высота. Еще, как это Филипп Киркоров сказал, говорит, до 23 лет я еще расту. Он вырос еще там на 2 сантиметра до 23 лет. Это действительно формируется. Хотя пишут, что женщина формируется до 22, но это среднее. А так то-то, то-то. Потом моральность. Ой, только начали выигрывать. Ты должна, ты должна. Да никому она ничего не должна. У нее есть тренер, который то-то. Так же, как Юрлова выгнали из сборной. И она пришла к Хованцу, который работает в Финляндии. Там. И она у него. А наши дошли до того, что в этом году она за счет Санкт-Петербурга на двух сборах была в Эстонии у Хованцева. Он привез спортклуб из Финляндии в Эстонию. И она там была. И они поставили условие: уходи от Хованцева. Она говорит, почему я должна уходить, что такого тренера, который, благодаря которому стала чемпионкой мира, вы же меня выгнали из сборной. Знаете, вот у нас такая вот система. Поэтому вот я приезжаю туда в Ницце, мне долго ехать. 2 часа дорога и 1,5 часа катания, и обратно 2 часа дорога. То есть ни душ не принять, ничего. Здесь я села автобус, трамвай, там кофе выпила, чай, там всегда горячий чай. То есть все свои люди, и лыжники там тренируются, биатлонисты тренируются, и трасса хорошая подготовлена. А готовят, да, в Измайлово?
готовит. И для конька, и для классики. И для классики изумительно, просто с закрытыми глазами. Пусть это небольшие бугры, но можно кататься. Там на Волкушу надо. На Волкушу, да. Но, во-первых, Волкушу, знаете как, это же надо тоже транспорт. Дорога тоже. До Выхино вы садитесь, до Томилина. Мне еще до Выхино доехать надо. Вот. Да. Получается там. А так, ввиду того, что я бегаю марафоны беговые летом, это мне дает плюс зимой. И мне дома в стену сделан еще, я не знаю, с какого года я их сделала, экспандер такие были, трубчатые. Он, я сама туда вкрутила, намертво. Я занимаюсь то-то, все эти движения и наклоны, то все это работаю. У меня кресло стоит, я от кресла отжимаюсь, сколько мне надо. Мне майор участковый подарил для накачки эту пресса. Я тоже сгибаюсь, разгибаюсь и так далее. Вот. Это можно часть дома. Мне, ввиду того, что в свое время, как с позвоночником, я сама приделала турник в две трубки в ванной. Ванна совмещена санузел. Я временами вишу на нем. Когда чувствую, иногда так погода плохая, особенно осенью. И пока снег не лежит, спина болит страшно. Сползаешь с кровати, ложишься на спину, там делаешь упражнения, вроде все, что-то там щелкнуло, все, встало, пошло. Это вот, и когда также, пока снег лежит, вот это весной, тоже такое вот. А так, вы знаете, надо питаться так, вот я кофе растворимый нет, чай люблю. Зеленый, вот я не понимаю, вот может так. Я там травы добавляю туда-сюда, но зеленый, говорит, ой, зеленый, особенно второго, не понимаю я. Черный, а если в черный чай еще крепко заварен, добавишь молочка туда, вот, и он такой получается, знаете, вот. Это, да. А вот, то есть вы уже какое-то время, получается, совмещали работу, да? Да. Да, после того, как я перестала бегать с травмой позвоночника, заканчиваешь 5:30. Рядом стадион. Суббота-воскресенье можно в Измайлово. С улицы, из дома выхожу через Ивановское, через шоссе энтузиастов, я в Измайлово. Вечером у нас была трасса, освещенная трасса. Сейчас там понастроили всякие бассейны, то есть освещенная трасса. Выходишь, поужинал и пошел. Но я чаще не ужинала, покатаюсь потом. А потом нет, думаю, нет, сначала поужинаю. Нас мужчины в основном в Реутов ждали, пока я там трассу, когда снег выпадает, я накатаю трассу, и они появляются, тут как тут. А потом сказали, пошли нафиг. Я говорю, не то, чтобы для меня накатать. А потом получилось так, что я на лыжне России обогнала всех мужчин из Реута на лыжах, они перестали бегать марафон. Говорит, в бане, это же вообще, кошмар. Это стыдоба такая, на весь город прославила нас. Я говорю, ребят, нечего было спать на дистанции. Одного я сагитила, тренировался, бегал. Я говорю, Яков, пробеги марафон. Он потом пришел в баню, сказал, я Людмилу вижу, я ее молча прибью. Я ему сказала, ты не начинай. У нее бы действительно было достаточно бега, все. Начинай там, начинай 6:30, спокойно. Первый раз ты должен пробежать. Догоняй его у театра эстрады. Я говорю, Яков Александрович, ты знаешь, что-то все побежали я. Потом он рассказал, я уже пробежала поворот, тогда с набережной там поворот был, все, встречай его. Он говорит, я английский плохо учился в институте, как-то плохо знал. Тут, с австралийцем я по-английски заговорил. Вот. То-то, потом, какие-то даже песни мы начали петь, стихи, я изучал в школе там Пушкина, а тут, я австралийцам эти стихи начал говорить. Вот. Но он говорит, мне так было плохо, он где-то пробежал на 1.5 часа хуже, чем я. Молодой мужчина вроде так. Но он потом в баню пришел, говорит, я его встречу молча, ее прибью. Что надо же, меня, сагитировал на этот марафон. А второй на лыжах там, когда я их обогнала, жена сказала, я ему сказала, больше марафон не побежишь. Ну почему? Ты, во-первых, гастрюлю щей съел, которую я на неделю приготовила всей семье. А ты, пришел с этого марафона, слышнее России, все съел. Такой... Да, я участвовала, была призером России на 63 километра, 60, Москву бегала лыжня, это московская лыжня. Но получается то, что, понимаете, на московской лыжне старт в одном, а тогда еще Жириновский, ведут его под руки на старт.
лыжи одели, дошел до этого большого подъема, там на планерный, лыжи сняли, все это он пробежал, потом по телевизору показали. Вот. И на каком-то 20-м километре, смотрю, из леса выходит, с палками времен Ворошилова, юности Ворошилова, такие кольца, лыжи вот такие охотничьи. Я говорю, вы извините, я говорю, вы стартов 10, а как вы тут? А он выходит вот так на перерез. А я в 8 утра ушел со старта. Это московская лыжня. Дальше пункт питания. До пункта питания 500 метров. Приходим на поляну. Стоят два щита. Медпомощь и пункт питания. Никого не стоят, 8 мужиков кроют таким матом, что ну, рассчитывали на пункт питания. Но я поехала дальше. У меня с собой-то я знаю, что такое Россия и что надо быть... Там врачи говорят, Людмила, бутерброд не хочешь с салом? Я говорю, хочу, но же голодная. Я дошла, первый пункт питания, 31-й километр. Вот тогда потерялись 18 человек, искали. Приводит парня в раздевалку, ему 31 год, мастер спорта, неадекватный. Он говорит, я дома. На финише никто уже не встречал. Судей не было, питания никакого не было, никаких шапочек, ничего не было. У меня был с собой, конечно, кофе там в рюкзаке. Я налила этому парню кофе, он выпил. Я пришел, я говорю, да, вы вот в раздевалке, то все его привели, вот адекватно. Потом я его довезла до дома в Москву, потому что думаю, мало ли что-то отключится. Вот такая вещь. И после этого сказала, а нафиг это мне надо? Я, пускай я заплачу дольше, но я знаю, что я буду накормлена, напоена, что меня встретят, как на берлинском марафоне. Стоят врачи, фрау проблем, фрау там то-то, без проблем. Вот. Поэтому вот, когда идете на наши соревнования, нужно быть аккуратным. Даже вот это марафон МВТУ проводится, там деревья стоят, вот лыжня такая узкая, и деревья по бокам. Да не дай бог перед тобой кто-то упадет. Ездили. Одно дело там 3-5 километров, а когда ты уходишь туда дальше на эти подъемы, до которой спуск такой с ямой, там лежат. Куда дальше? Ну, лежит. А ты куда денешься? То есть вот это такое, я понимаю, экстрим, там то-то, то-то, вот, да, поддерживать надо. Вот я в Демино тоже, когда, ой, мы рады, я говорю, сейчас зазнаюсь. Или краснеть уже начала там по телефону. Я говорю, ребята, ну, как-то так. Конечно, мне было обидно, 70 лет в том году, вся Европа, бесплатный стартовый взнос, финны там так вечер устроили, все дарят подарки. Но дело не в подарках, а дело в отношении. И когда сказала, я говорю, там, я хочу к вам приехать, чем-нибудь вам мне поможете, ну хотя бы где-то устроиться жильем. Допустим, в Рыбинске я была в детском возрасте. И где-то сейчас все изменилось, город совершенно другой. Но дело, ты приезжаешь утром, тебе надо где-то гостиница, где-то что-то. Понимаете, это проблема. И две пары лыж, и обязательно две дистанции. Ну, вы понимаете, как-то они замялись. Я говорю, ну, ребята, извините. И я села на поезд, приехала в Финляндию без проблем. Я даже не заявлялась. Они меня... Да нет, только за одну дистанцию заплатить и все остальное. Пользуюсь. Вы понимаете, какая вещь? Я пользуюсь. У меня интернет поставлен в свое время. Подарили на 65 лет друзья ноутбук. А у нас в Реута был один провайдер, и дорого. И у нас тогда была передача по Подмосковью, встреча с министрами. Я прямо вышла на канал и говорю, вот мне подарили пенсию, мне 5000 с чем-то. Мне 65 лет. Вот. А у нас один провайдер, а такие цены. Без проблем. Все началось на следующий день. Из администрации позвонили. Мы как вы не могли нам... Я говорю, почему я должна унижаться? Есть правила, написано. Малообеспеченным. Установка бесплатная, бесплатный интернет. Все. Секретарь министра позвонила. Вам, к вам приходили? Я говорю, нет, позвонили. Тут же прибежали. Все за два дня поставили, провели, наладили там то все. Там вот сейчас он глава города. Он, вот, могли бы ко мне подойти. Я говорю, тоже мне второй копчик нашелся. И я его отчитала по первое число. Он это запомнил. И вот когда он два года назад пришел у нас этим, мы сейчас очень хорошие друзья. Я знаю его бабушку, дедушку, родителей. Ко мне вообще с уважением таким относится. Он говорит, я это помню, когда... Отчитали. Ну и начали. Из Электрогорска мне позвонили, Электросталь позвонили, из Красногорска. Ой, спасибо вам, мы тут же обратились к местной своей власти, нам тоже поставили. Ну, есть такое положение, но если мало обеспечено, что делать? Ну, у нас эти все провайдеры, они довольно богатые люди, богатые фирмы. Что тут говорить-то?
Вот. Поэтому, когда пользуюсь, вот это букинг или букинг, бакинг, да, я не пользуюсь. Да, это получается дороже. Я по Швейцарии. Я когда посмотрела, ну я чем себе? Я Энди послала сама факс. Я говорю, так и так. Я говорю, мне это дает такую цену. Разница на каждый день 20 швейцарских франков. Я по факсу послала, я получила дешевле. В Чехию тоже мне теперь предлагают. Я позвонила в Чехию и сказала, я приеду с такого-то по такого-то. Там 25 евро. Здесь я жила по 21. Если я жила 8 дней, все-таки это 32 евро экономия. Просто тут надо смотреть, ребята. Где, как, что. В Австралии тоже я не пользовалась. Я просто туда написала, что я приеду. И ввиду того, что я вип-персона, мне единственное сказали, что очень много хотят получить ваш автограф. Вот эта книга. Я целых 2 часа сидела, писала. Ну, ничего, нормально. Вот, поэтому... Вот. А мечта, конечно, мечта. Если Бог даст здоровье, закрыть 12-е, 13-е в этом году, и вообще-то бы стать 15-кратным. Тогда я думаю, что вообще никто не догонит. Ну, это так, мечта идиоток. Это 110. Я первая, единственная в мире женщина. И первая женщина среди мужчин и женщин Советского Союза России. Так что вот. Поэтому я думаю, продолжатели у меня будут. И, ребята, не стесняйтесь. Не начинайте только быстро. Первый марафон просто поставьте себе условия дойти. Есть контрольное время там, допустим. Но я скажу так, даже на всех больших марафонах, на берлинском, я ждала там, когда последние сопровождали, шли инвалиды, бежали как бы, бежали, шли инвалиды из Японии, они где-то там около 7 часов, 7 с чем-то. Но они пришли, все нормально, их сопровождают. На Вазалопот, на Королевском марафоне, весь город приходит встречать последнего участника. Я тоже пришла, было 80, ему 86-й год, он прошел за 11 часов 59 минут. В Эстонии в свое время, я сейчас вот точно не знаю как, последнему участнику, кто последний финиширует в это в 19.00, 5 килограмм колбасных мясных изделий. Вот получилось один раз марафон, что никто не попал в 19. Сказали, извините, вы не попали. Вот. Были такие, кто деревянных лыжах, кто занимал первое место среди деревянных лыж, да, дарили пластиковые лыжи эстонцы. Теперь, значит, помню, значит, был приз такой, кого там дача, несколько кубометров асфальта и с укладкой этого асфальта был приз. Вот это, вы знаете, такие. Помню, когда я в одной из Эстонии была, не волнуйтесь, до пункта питания 2 километра. Потом, значит, проезжаем полкилометра, и вдруг, извините, пожалуйста, ошиблись, 500 метров. Ну, то есть вот с юмором такие вот, это, знаете, и американцы очень хорошо там, я не знаю, как-то так, не знаю, там 150, ну, 100 метров от финиша American Birkebeiner электрокары. Все садятся, едут 100 метров до электрокары. Сначала один пункт питания кормит вас, потом еще пункт питания кормит вас. Потом автобусы, называешь адрес, и автобусы, вот эти школьные автобусы, в этот момент все школы никакие там ничего не работают, все брошены, тебя отвозят прямо на то место, где ты живешь. Это раз. Вот Транжурасин, там нужна справка на английском языке. Транжурасин, могу сказать, если вы побежите 50 километров или 70 километров, вот, первый подъем с высоты, по-моему, 500 метров на высоту 1400 метров, 7,5 километра подъем лобовой почти, что вот так вот ползешь. Это классика, да? Да, конек, конек. Теперь там классика, но классика, классика, у нас там один чудик из Химок на деревянных лыжах, и помните, такое были ботинки с утиным носом? Так он коньком пошел. Мы уже все были пьяные в этом самом, все уже выпили. То все, и он только пришел. Он шел где-то... Ну, в общем, все равно его дождались, привезли его. Но его было, конечно, жалко. Я говорю, как же ты надумался на деревянных лыжах в этот подъем? Да еще ботинки, которые динамовские, эти ботинки. Помню, ну, если кто там, может, в картинках или что-то посмотреть старое. Вот. А? Кирзовые? Нет. Они были легкие, но утиный нос, ну какой там, только классикой можно. То есть у вас нога вот так вот.
ходуном ходит. А вот на Марчелонге в субботу перед это проводится соревнование на 10 километров в обратную сторону с этого с финиша, где проводят этот чемпионат мира, там как Тассера, в сторону обратную, 10 километров. Но надо бежать в старом комбинезоне, на старых лыжах, в старых ботинках, в самых старых таких, как можно, да, вот, со старыми палками, и все бегут. И вот это Глория... Надо специально как все одеваться. Это старый марафон, старый. Там отдельно регистрация. Там выдают сумки, кто сумки назад, там все. Но вещи ты также сдаешь, все уходит, все на финиш. Проблем нет. Глория, вот, которая самая такая главная по регистрации, у нас не... Ну, мне там вообще теперь как... Мы, знаете, как уже все это, такие близкие друзья... Вот, она все время бегает. Олимпийский чемпион Франко Нонос бегает как... Ну, чувствует себя хорошо. Ну, вот что такое там олимпийский чемпион? Мы подъезжаем с ребятами. У меня у него скидка всегда 20%. И моих друзей. Он говорит, кто с Людмилой, всем так. И он там убирает этот самый снег около магазина. У него несколько магазинов, отелей. Сам убирает, ничего. Дети там работают, мажут лыжи, все это вот... Там такого нет, что вот я и все передо мной. Вот мы подошли, обнялись, то есть это потом спрашивают, ребят, это кто? Я говорю, это Франко Нонос, олимпийский чемпион с лопатой там. Я говорю, ну это же его магазин. У него, вот я скажу, что где бы я ни была, у него спортивный магазин, вот это в Костелло. Ну, Костелло такой небольшой маленький городок. Вот если к нам зайдешь на кладбище или что-то в поселке живут Иваново, там зайдешь, Карадини. Я говорю, Анжела, что это у вас, все родственники? Ну, это, говорит, какое-то было такое, но вот там одни Карадини в основном. Вот там можно самый большой выбор кроссовок, любых. Самый большой выбор, шикарный выбор лыж. Вот он, у него лыжи, это сделано свои как-то там. Ну, неважно. В общем, туда войдешь. Вам все подгонят, обуют, оденут там, то все. Одежда. Но я не буду называть одну фамилию, который на моих глазах вот взял, утащил один костюм. Ну, его поймали, как-то было вот ему запрещено въезд. Вот. Человек, который я ему сделала визу многократно, и он умудрился, у меня было 150 шведских крон, я ему дала номер, потому что билеты заказывали, то все. И он с моей карточки умудрился эти деньги собрать. Ну, ребята с ним, конечно, там не только эти деньги, но там сами разобрались наши. Вот. Я считаю, ребята адекватные. Был такой, и он везде. В Финляндии его поймали, он там воровал продукты. Понимаете, вот один попадется, говорит, совшивая овца или как паршивая овца, и потом говорят, русские такие-то. Вот один, я говорю, есть Бог, вот в Тарту, бежали тартовский марафон, он всех расталкивал, кричал там то все, и вдруг я его догоняю, он, я не знаю, как он в эту яму попал, но были лыжи Кнейсел, и у него лыжи все это вот как труха. Я говорю, видел, ты ругался матом, вот тебе Бог наказал. Вот. Потому что, я говорю, вот есть Бог, он наказывает. И вы знаете, очень приятно, когда вот я как-то так в Эстонии бежала, и мне вот действительно было тяжело, потому что, ну что у нас, вот не было снега. Я говорю, как мне тяжело? Сразу чем человек, тебе плохо? Вам плохо? Вам... Я говорю, нет, мне неплохо, просто я мало каталась. И был такой случай, мне эстонец падает, был ноль. Он падает, ломает мне палку. Ну что я могу, он же не специально. И что эти два человека? У меня одна палка. До следующего пункта идти 8 километров. Я с одной палкой. Вот. И они меня на спуске. Потому что я не могу. Там спуски действительно там несет, будь здоров как. Вот. Когда у тебя одна палка, ты как-то так, то контролируешь то палками, то что-то, ну, мало где-то. И они мне до этого пункта питания. Я сдала эту палку. Дали мне палку, оказалась самая палка, которая выше головы. Потом вот эту правую руку, она мне вообще не подымалась. Потому что мне еще было 30 километров идти. Вот. На финише мне вернули ту палку. Я принесла эту палку, мне вернули сломанную эту палку. Так, вот это везде так. На всех пунктах питания в Эстонии горелки горят, мази стоят. Пусть это примитивные мази, там не такие фешенебельные, там Свикс, Рекс, и так, но нормальные, хорошие мази. Там стоят такие автоматы, которые сразу лыжу, как вот в Италии, перед этим подъемом в город Кавалезе, 3 километра подъема, лобовой. И этот подъем расположен к солнцу.
То есть, если ты бежал при минусе, минус там 3-4-5, то здесь уже течет снег. Это снег насыпной, город насыпной. Стоят карабинеры, моментально такая корыта, мазь, проводится лыжи, тебе одели, пошел дальше наверх. Классика. Да, классика. Марчелонку сделали классикой, раньше была коньком. Там еще марчелонга, мини-марчелонга на высоте 1800 метров, лавацэ. Это проводится в четверг. Очень красиво, я все время там бегаю. Но там подъемы и спуски. Там один такой спуск. В общем, там есть, если полностью дистанция такая, как в том году была укороченная, два раза мы бежали круг. Потому что там прошел буран, и деревья попадали на... Они не смогли... Четыре метра шириной, да. Две лыжни, две или три лыжни. Они насыпают. Возят с гор, начали за 4 дня круглосуточно, возят с гор снега, вот, и это утрамбовывают. Там не особенно поля, там только после это самое, как это, регация, там вот такое. А так-то тут все идешь вот вниз-вверх. Потом развернулся на 19-м километре, если ты сначала шел. Вот здесь вот там два таких подъема, где стоят карабинеры, их никуда не денешься. И потом надо быть внимательным. В горах как бы видимость, вот вроде да, на самом деле несешься вниз, несешься очень сильно. Лучше сними лыжи, если ты неустойчив, потому что там есть ледяные спуски, то не стесняется. Снял лыжи, прошел, одел лыжи. Карабинеры не выпустят тебя, вот если там кто-то лежит. Вот такая вещь. Потом заметьте, что в Италии красивый. Конечно, не все пьют вино. Стоят женщины в этих норковых манто. Это, если вот норковое манто, значит, это уже на пенсии. Да, это действительно так. Стоят с этими вот этими, как их сказать, этими огромными, которые колоколами. Всех на животах колокола, та-та-та-та-та-та. О, леди, форта, сеньора, форта, форца, там, сеньора, браво, чувствует мне пить. Я говорю, по-немецки, пить, пусть, я говорю, он говорит, вайн, я говорю, вайн. Я на этом середине, вот встала вот здесь вот, я выпила это вина и пошла в нее. А там сидят с этим, с одной стороны пропасть, вот когда идешь 3 километра эти, там сидят на деревьях зрители, на этих самых, все это там, все городки маленькие такие, поселки, по-нашему, да, расстояние вот такое, от дома до дома. Они еще умудряются, все стоят, еще тут вот мы едем. Это знаете как, все очень аккуратно, все насыпается снег. Во всех этих маленьких городках насыпается снег. Красивый. Во-первых, везде номера, везде фигуры, там флаги развешаны навет, лыжники бегущие, вырезанные из картона, из этого. Вы знаете, это праздник. И вот вся сплошная масса этих автобусов идет на старт. На финиш тоже разъезжают. Какой у вас любимый всех марафонов? Есть Эстония, конечно, раз. Так вот сразу нельзя сразу. Швейцария. Энгандин. И женский марафон. Девчонки, там 17 километров марафон с Амедена до Циоза. На высоте 1700, где-то так, и на высоту 1600. Там 4 подъема, но красивейший марафон. Там, в общем, вы пробегаете около Самедена, самолеты тут садятся, ширина трассы метров 40-50. То есть, понимаете, запускает партиями. Одеваете там то-то, все это, лыжи, одели коридоры, все. Хорошие перед этим. То, что шопинг там, как-то все там... в общем, общение очень хорошее. Удовольствие. Если вы заранее зарегистрировались, обязательно красивые номера, фамилия, имя написано по-английски. Номера остаются. Очень, я так все не взяла с собой показать, но это очень остается на память. Я даже не знаю, вам дети подают. В основном вас обслуживают дети. Там апельсинчики, питье, там вообще и это самое гели, и все это. И когда вот я помню, взяла первый раз у мальчика апельсинчики, он немецкий язык в этом районе в основном. Мама, тетя взяла у меня апельсинчик. Ой, тетя, я помог. Вы знаете, это какое-то... И никто как-то не мешается, ничего, с уважением как-то. Когда дети, даже не взять эстонский был один марафон тоже. Потом Канада, конечно, но очень тяжелый канадский марафон. Сложно ли ехать? В каком
марафон? Знаете, наверное, Норвегия. Раньше был 58 километров, сейчас 54. Бирка Бейна Реннер. Это самое из Рейна в Лиллехаммер, через перевал. Сначала первый подъем 13 километров, ну там немножко между, там есть равнинка, потом начинаешь, потом спуск 2,5 километра, 15 километра, там пункт питания. Но спуск, японцы, вот, которые так, они нанимают, чтобы их помогали спускаться. И когда я догоняла одного япошку, так он только подымется, раз этого тренера. Японец лежит, и тренер на нем лежит. Они как бы спускают задом, их держат, чтобы вот япошки спустились. Потом начинается подъем, подъем несколько километров, небольшой спуск тоже с поворотом, и потом начинается подъем до 41 километра. То есть вы вот повернули, думаешь, а сейчас будет спуск или равнина, и опять подъем, и опять, и опять. И выходите на плато, ни одного дерева нет, там высота снега до 1,5 метра, но в этом снегу, вот так вот, если посмотрите, вырыто там сидят, зрителей полно. Конечно же, мясо, вино, пиво там жарят, парят. Потом вы приходите на плато, где вот старт малого марафона, там 13 километров, 20. Вот, и с 41 километра вы спускаетесь до 51-го. Но учитывая то, что вы то на поляне, где солнце, у вас снег подтаял, вы в лес, там снег, лед. Вот тут надо бравировать. Что же происходит? Как же так? Смазка-то разная должна быть. Ну, понимаете, тут уже спускаться. Чего вам спускаться, смазка? Вам где бы только не грабануться и вас не сбить, и никого-то не сбить. Вот. Потом вы спускаетесь, и последние 3 километра, там, значит, один подъем маленький такой, даже его на руках можно войти. Потом, если вы смотрели чемпионаты мира в Лиллехаммере, Олимпийские игры, там обязательно как бы заезжает на бугор, спускается с бугра, с этого, и к это. Тут все равно на руках. Ну, что там осталось-то 500 метров? Но тут столько зрителей, что, знаете, все сидят на снегу, там специальные, там, все хлопают, все там под... Тут уже как-то... Но вы бежите, у вас рюкзак 3,5 километра. Это легенда. Да. Извините, килограмма. Да. Это в Лиллехаммере такой памятник стоит. Это воины спасали наследника короля через перевал. Вот и... А? Я туда положила кроссовки, одежду и мазь. Вот. Этим пользоваться можно, да? Там, что... Нет, на финише вас проверяют. А, да. Там, понимаете, стоят люди, поднимают рюкзак, это точно. Вот. Некоторые нас, в общем-то, могут вас снять, и потом вы сюда не приедете. В Эстонии один раз сняли 200 человек, они потому что вместо классики пошли коньком на подъемах. Это запросто могут. За ругань, за неплохое поведение, кого-то толкнули, тоже могут снять. То есть проехать в Норвегии – это довольно дорого. И так вот. И спуск. Вот на этом спуске надо быть очень аккуратным. Раньше вот у меня первая газета, когда я поехала первый раз, прислали газету, ну, я довольно очень хорошо пробежала. Там, значит, торчат ноги и лыжи. То есть человек там 1,5 метра глубиной, снег, он где-то так. На финише кто разбитый, кто весь завязанный. То есть такие, надо адекватно смотреть, как ты идешь с пушки. Чтобы вот это, когда ты в лед попал, вот тут как-то, ну не знаю, тут уже приходит практика. Повнимательнее просто быть, и все. А там же на спусках лыжня нарезана классическая. Да. А как вы спускаетесь? Вы в лыжне или... Нет, и в лыжне, конечно. Я стараюсь брать правую, потому что у тебя никто не попросит лыжню. Крайняя правая лыжня для слабых. Все, это моя лыжня. Вот. Стараюсь, если я чувствую, что там ответственный или кто-то передо мной вот тормозит, я обязательно одной ногой, как бы там расстояние между лыжней, там 10 метров. То есть не так, как у нас вот в Крылатском. Лыжня, тут же лыжня и все, и как убегать-то? Да, одной ногой стараюсь как бы, или там чуть-чуть палками подпереть. Смотришь, ага, поехал правильно, и ты становишься, пошел. Потому что надо контролировать. Плохо, если перед тобой сразу на спуске упадут. Это... Да. Ну вы просто держите дистанцию чуть-чуть. Смотрите, как он идет впереди, ориентируйтесь. Так же все, так идут всех. Все, везде же написано, пожалуйста, уважайте друг друга. Так как в горах, как говорится, грудь в долину, но не мешай никому и не сбивай никого. Так идешь, как бы смотришь где-то что-то. Там такие сложные спуски, что
что группироваться нельзя, только стоя и палками тормозить. Ну, вы знаете, привыкнете там, посмотрите как. А вы, интересно, дистанцию смотрите, прежде чем выйти на этот марафон? Ну, я теперь уже все дистанции с закрытыми знаю. А так-то, конечно... Вначале, это как вот было? Вы приезжаете сразу, и что? На знакомой дистанции сразу... Нет, там читаешь. Читаю сейчас в интернете, напишите, посмотрите, какой перепад, какие спуски. Каждый все каждом. Эти графики вообще ни о чем не говорят. Как никогда. Там как на каждом километре. Вот берлинский марафон, 27-й километр, как бы он поднимается чуть вверх. Я думаю, когда же это будет подъем? Но когда в этой массе бежишь, уже тебе так завораживает все это. Вот. Но все равно посмотреть, все равно как бы надо сориентироваться. И когда увидишь, вот Биркебейнер-Эннет, когда ты увидишь, что там вверху какая-то гора большая и белая, вот это значит первый, кончается первый подъем. И сразу пошел спуск, спуск с поворотами. Возьми правую, притормаживай чуть-чуть. Кто-то садится на палки, кто-то ж так. Вот в Чехии, да, ну хорошие палки крепкие берут для марафонской. Ну, палки, они же не выдержат. Все выдержат. Есть такие металлические эксел-палки, выпускают легкие. Я когда посмотрела, норвежцы стали падать в Чехии, там на повороте лежат. Думаю, ну если норвежцы лежат, я сняла лыжи, обошла вот этот, поставила лыжи, пошла дальше. Норвежцы самые сильные. Они, во-первых, очень ведут себя очень плохо. Вот в последний раз в Германии я говорю, пожалуйста, уступите лыжню. Вот идут трое, три лыжни занято. Никак. Потом на повороте я обошла их, им показала, что у них не в порядке головой. Я в этом выиграла, еще написала на них бумагу. Так нельзя это самое вести себя. Потому что ты проехал, кого-то обошел, и старайся так, чтобы это было если три лыжни свободных. Почему тебе занимать левую, если ты, допустим, так? Да, ски или там, ну, кто по-разному. Даже только крик, да, ай, и то уже знает, что пожалуйста. Ну, там есть же которые там ски. Понимаете, обязательно, если вы, допустим, на длинный марафон, то на пластиковые лыжи кладется грунт, парафин синий. Это потом можно расположить, и он как бы остается надолго. Просто потом другой парафин, и все. Обязательно щетки надо, щетки разные. О щетках тоже можно почитать. Так сейчас... Я когда еду на долгие марафоны, готовлю сама. Сейчас я, допустим, приготовлю на Германию, но потом плюс и в Эстонии примерно то же самое. Но все равно я с собой беру. Я беру маленький утюжок. Утюги можно купить по тем ценам, которые вас устраивают. Раз, не жгите. Там у каждого парафина и у каждой мази написана температура, которую не должны превышать. Иначе вы можете поверхность сжечь. Это очень... Главное дело не дергать вот так утюг, правильно вести. Когда парафин как бы или порошок начинает как бы, знаете, искриться, вот как на Новый год, вот это, вы ведете правильно. Аккуратно ведите. Не дергайте туда-сюда. Все аккуратно. И аккуратно парафин растекает. Надо дать остыть лыжи. Потом у вас берете, которые снимают специально пластмассовые. Ну, цикли называют. Цикли есть металлические. Раньше снимали, как бы равняли пластик. Сейчас это пластмассовые. Для желобка тоже есть такой длинненький. Все для желобка. Все есть. В магазинах все есть. Вот, ну и написано. Вот, потом, знаете, на марафонах есть бесплатные, когда вам намажут лыжи. Почти на всех марафонах. Прямо перед стартом. Люди приезжают раньше, также вот в Польше, в Швеции. В Польше там фирмы, ну, которых, допустим, я уже, мне некоторые Синьола, Фишер, они мне все делают лыжи. Я стараюсь что-то привезти, какой-то сувенир. Мужикам водку иногда привожу. Но они за то, что знают. Говорят, мы будем в Швейцарии, мы будем в Италии. То есть всегда подходишь к ним, нет проблем. И подскажут, чем намажут. Предложат какие-то мази. Вот я в Швеции, допустим, сейчас новая мазь, грунтовка для твердых мазей. Я очень хорошо в Швеции вот в том году бежала, тогда в прошлом. Было плюс-минус ноль, где-то так вот, плюс-минус один. Я так подумала, положила этот грунт, я плюс-минус один вкрапила, потом сверху ноль-минус два. У некоторых был вот такой. Хуже всего, когда подлип. Угу. Это самое все. А как с этим бороться? Вот. Посмотреть температуру. Если температура где-то ноль, постарайтесь, вы положили для мази, да, грунт такой.
фикс, там фикс 22, что ли. Все, тонкий слой это, утюгом заплавили, растерли. Положили плюс-минус 2, 0-минус 2. На дистанции я всегда беру под сумок пробку и мазь, которая вот то-то, то-то. Вы чувствуете, что-то отдаете. Сначала все мази надо раскатать. Сфикс раскатывается где-то второй-третий километр. Вот тогда он будет точно. Если чуть-чуть прихватывает, это хорошо, чуть-чуть. Потому что только вошли вы на подъем, поднялись, да? Раз лыжу, и все, снег этот сошел. Это значит, у вас хорошо работают лыжи. Когда вы пришли на финиш, вот даже тренируетесь, когда вы посмотрели, что у вас там лед образовался, это плохо. А когда вы смотрите, там снежок, берете просто раз рукой, и все, лыжня, значит, вы правильно намазались. Везде консультацию дадут. Если короткая дистанция, можно хороший парафин подобрать один раз, и все. Потом же вы сциклюете, потом это снимаете щеткой, или дрелью вот проходите специальные щетки, все, ваши лыжи готовы. Один слой? Да, достаточно. А если вы порошок, если вы бежите 90 километров, там нужен обязательно порошок такой твердый. Вот положили парафины там, 1-2 слоя постепенно такой. Вот эта основа, которая держит, синий. Там сфикс, рекс, синий, они там все эти ваухти. Они такие, там написано, что как грунт. Но он без втористый? Без. И потом смотрите, если большая влажность, то втористый. Если влажность такая, то... Вы знаете, 5-3 километра, все зависит от вас. Нужно просто такой вот. Иногда посмотрите, если у вас теплые лыжи и хороший пластик, вы можете даже без парафина проехать на нем, если конек. Да, это. Разговор. 30 километров. Ну, а 30 вы... Я вначале старту нормально, а к 30, вот после 20, уже все, у меня не скорость, ничего, не знаю, что делать. А вы знаете, надо же грунт положить под мазь. Да, обязательно, да, да. Потому что он держит любую, вот самый сфиксовский сейчас, стартовский грунт хороший положили. Там тоже указывается, какие что. Все это грунт под утюг обязательно. Под утюг. И он как бы в поры впитывается, и тогда вы мазь. Кроме того, вот эти лыжи, когда лыжи, вот самое то, которое где-то кладется, вот эта смазка, вы обязательно... Это пластик, берете наждачную бумагу, ну, средний, чтобы было грубо. Держание. Да, и берете колодку на держание. Сначала наждачной бумагой, вот так веером, относительно желобка, веером. Царапины, чтобы были. Да, да, потому что там будет держаться мазь. Поэтому, ну, ввиду того, что вы царапали, как бы, там бы остается как бы порошочек или что, ну, не прежде. Берете смывкой и чуть-чуть тряпочкой аккуратно все очищаете, чтобы у вас это было чисто. А скольжение, это значит, сначала мы наносим утюгом, потом мы щеткой очищаем, да? Нет, если вот вы положили под мазь. Нет, на скольжение я мажу не колодку, а край. Да. Потом я эту грунт очищаю? Да, обязательно. Да. Опять же, а то получится, как у американцев. Слой на слой, как бутерброд, как сэндвич. А что вы делаете с мокрой одеждой? Вот бывает, через 30 километров покрашу. Вы термобелье одеваете. Одеваю. И один вот у нас мужчина, я знаю, что... Ну и что? Сыреет. Ворот сыреет. Ничего, у всех так бывает. А вы не переодеваетесь? А? Нет, не переодеваемся, нет. В этом вы бежите, ваше тепло сохраняется же внутри. Вот. А, вот я хотела показать. Вот такой диплом. Вот. Это последний диплом, который я получила. Номер совпадает с номером. Это 11-й. Нет, за 100 марафонов я получила диплом картину. Она рисуется один раз. Это художником в Италии. Ее прислали на больше. Там, значит, и коньковые это, нарисованы лыжники, фамилия и 10-кратный мастер. Вот это вот, это за 11-й марафон я получаю этот диплом, получаю медаль. Вот там у меня серебряная медаль. Вот этот паспорт, это все совпадает. Если на медали, все одинаковые номера. Вот. И на этом тот же номер медали. Все совпадается.
Если вы значит, платите, посылаете этот паспорт, платите там в интернет, через интернет деньги, и вам присылают домой все это в тубусе, все с медалями. Раньше это у нас на границе воровали, много стали писать, что воруют с эти медали. Да, ну, понимаете, ну такая страна. Сейчас приходит все. Раньше, когда мне почта приходила, мне всегда ее проверяли. Теперь уже не вскрывается ни конверты, ничего. Ну, время немножко изменилось другое. Вы собираетесь Дуйсбург-маратон? Да. Райнур-маратон? Да. Я всегда там бегаю. Так что мы там встретимся. Вообще, ребята, очень красивый марафон через Райн, через Рур. Очень также музыка, так, ну там где-то порядка 8 тысяч, но очень хорошо организовано. Очень обязательно красивые футболки, девочек обязательно с розами встречают. Я считаю, что очень хороший марафон. Я считаю, это недорогой марафон. Также пиво, розы, такаля, футболки красивые, трасса красивая, через Рур, два раза через Райн перебегаете. Вот. И по торговой улице города, когда там сидят, обязательно по торговой вас встречают, вас, ну, понимаете, овации. Это город небольшой, там все для, по сравнению с Берлином, но очень хорошо организовано. Финиш на футбольном стадионе клуба «Дуйсбург». На зеленое, все зеленое поле, чисто футбольное, не беговой. Вас там встречают, также эти самые пленки, цветы, питание. Знаете, все великолепно. Обязательно, когда заявляетесь, укажите свой размер. Ну, потом можно поменять футболки, то-то все, старается все для вас сделать. Порядка 18 массажистов на финише. Ну, все, что вы хотите. Мне нравится. Очень красивый марафон. Вот, пожалуйста.